Мы решили отправиться в трип пешком. Пойдем пешком в соседний город, наверное, или в этот же центр. Посмотрим, докуда дойдем. Там либо на лодке плывем, либо на автобусе, да? Вот один автобус двухэтажный с открытой крышей. Да? Хочешь на нем прокатиться? На катамаранах катаются. Там дальше такие машинки врезаются друг в друга. Эти домики там тоже стоят. Это такие маленькие сарайчики, в которых люди приходят, оставляют свои вещи, раскладные стульчики, столики, надувашки всякие. И когда они приходят на море, они все это достают, раскладывают, отдыхают. А потом, когда время уходить домой, они все это складывают обратно и закрывают, и идут себе домой. Не надо никуда ничего тащить. По-моему, супер идея вообще. Классно. Забрались на горку. Такой вид красивый отсюда. Скамеечка стоит, можно посидеть, красиво наблюдать за морем, отливы, приливы. Ну, мы идем дальше. Нам сидеть не положено. Отсюда видно еще один кусочек моря. Сейчас спускаемся с горки. Встали. Пить хочется очень. Надо водички купить. У меня слаще. Это вкусно? Да. Карусели вон катаются. Летели карусели. Уже опускается вниз. Вот только что на самом верху. Говорит, ее укачала. Тебя укачала? Плохо? Не, не укачала. Ну так меня трясет. Трясет? Страшно было? А, не помню, сказала. Пройдемся по пирсу до конца. Погуляемся. Прилив сейчас. Водичка приходит обратно. Всякие развлекушечки такие есть. Это мусор. Да, я знаю. А внизу у нас водичка. Через эти дырочки можно увидеть воду, даже море. Да. Какой-то профессор сидит. Отдыхаете, девочки? Да! Удобно? Да! Не, это я буду кушать. Салат. Это кусочек. Ты же голодная. Мил, ты же сказала, что ты проголодалась. Я сама. Где
Халявщик такой бесплатно пришел, поел. Ну. Обалдел совсем. Да не надо это. Его надорвала, накапкала, ну, на мою пушку, еще на папину голову. Да. Сегодня мы пришли только с гулянки с нашей. Получилось так, что мы подходим к каравану к нашему. И что-то вороны начали орут. Я смотрю, одна ворона летит на Армена и клюет его прямо в голову. Я так испугалась, я сразу схватила Миланочку за голову, думала, чтобы она только ни в глаза, ни голову не клюнула. Какие они дерзкие, эти вороны, ужас, я так перепугалась, ну быстро. И несколько раз так она сделала круг, несколько раз нападала на нас. На куртку, на да, я обгадила мне куртку, все это, я уже заметила, когда мы в караван пришли, меня все трясло. Смотрю, куртка вся в этом помете, в птичьем кошмаре. Вот мы испугались все.